И кто сказал, что кинорежиссерами могут быть только взрослые? Отечественная детская кинопремия доказывает обратное. Несмотря на юный возраст этих малышей, отпора не могут дать даже самому Джеймсу Кэмерону. Каждый из них в будущем мечтает связать свою жизнь с кино. В общей сложности ребята уже успели снять 1000 мультфильмов и роликов, а также несколько радио и телепередач. А вы не подскажете, как пойти в библиотеку? Винни не растерялся и вдруг выпалил. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательный. Будущие режиссеры, операторы и сценаристы здесь собрались не просто так. Сегодня их работы участвуют в конкурсе, где жюри выберут лучших. Как и на любом соревновании, победитель только один. Лучшим мультфильмом признали «Белоснежку и семь гномов». Номинации «Рисованная анимация» приз достался ленте «Пицца с тунцом». Лучшей пластилиновой анимацией стала картина «Сафари». Приз за смешанную технику получила работа «Хамелеон». В номинации «Социальное видео» награду завоевала картина «Стоп». Лучшим видеороликом признана операция «Новый год». Первое место среди смешных видео досталось Твистеру. Поддержать юные дарования пришли также их родители и представители общественности, среди которых специальным гостем мероприятия выступил известный телеведущий и продюсер Серик Акишев.